Доброе утро. В эфире «Вести Магнитогорск», в студии Галина Кочерова. Они обеспечивают работой около 60 тысяч магнитогорцев, и им нужно помогать. В городской администрации состоялся форум-семинар малого и среднего бизнеса. С предпринимателями обсудили их насущные проблемы. Глава Магнитогорска Виталий Бахметьев. Такие встречи проходят ежегодно. В Магнитогорске зарегистрировано 17 тысяч малых и средних предприятий. Больше половины работает в сфере торговли. И в тяжелой экономической ситуации Виталий Бахметьев заявил, готов поддерживать предпринимателей. Наиболее активные бизнесмены получили благодарственные письма и грамоты. Магнитогорский медкомбинат – лауреат национальной премии за достижения в области импортозамещения «Приоритет-2015» в номинации «Металлургия». В этом году ММК стал ведущим поставщиком автомобильного листа для автоконцернов, работающих на российском рынке. Компании также удалось сохранить свои позиции на стратегическом рынке трубной продукции, в судостроении и в строительной отрасли. Сегодня продажи ММК на внутреннем рынке составляют больше 75%. Компания даже планирует увеличить этот показатель до 84% к 2025 году. Магнитогорская таможня проведет день открытых дверей. Напомню, 14 декабря в стране состоится общероссийский день приема граждан. Он пройдет как в приемных президента в Москве, так и в органах местного самоуправления. Специалисты таможенной службы будут принимать с 12 часов до 20:00 по адресу Советская, 42. При себе нужно иметь паспорт, желательно предварительная запись по телефону. В память об ученом, педагоге и человеке мемориальную доску открыли доктору исторических наук Ивану Галигузову. В Магнитогорск выпускник исторического факультета МГУ приехал в 1962 году. Свою жизнь Иван Федорович посвятил исследованию истории Южного Урала, Башкирии и Уральского казачества. В начале 80-х был ректором педагогического института, позже возглавлял кафедру гуманитарных дисциплин Магнитогорской государственной консерватории. Его общественная деятельность связана с обществом знания, с деятельностью Центра национальных культур. А коллеги по вузу, по работе с студентами помнят его как требовательного и в то же время очень чуткого, внимательного к студентам педагога. Мы открываем мемориальную доску памяти замечательного, прекрасного человека, добрейшей души человека Ивана Федоровича Галигузова. Именно здесь, на земле нашей родной, любимой Магнитки, Иван Федорович состоялся как крупный ученый. Его перу принадлежат 4 книги об истории Южного Урала. Далее о погоде. Я же с вами прощаюсь и желаю добрых вестей. В Кершан-Пенуазе сегодня днем температура воздуха будет -1, -3. В Кизельском районе температура воздуха поднимется до 0. В Верхнеуральском районе -1, -3. И в Магнитогорске без осадков днем около 0.